Друзья, здравствуйте. Россия наконец встает с колен, и меня зовут Вася Обломов. Я обладатель песни года и других песен. Хочу сказать, что волею судя в прошлом году я оказался в жюри фестиваля документального кино Art Dog Fest. И я посмотрел вообще все фильмы, которые были представлены в программе кинофестиваля. Я хочу сказать честно, что, во-первых, мне понравилось, это было здорово, это было интересно, и ну, это сильно резонировало с, я не знаю, жизнью нашей страны. Вообще все, что мы там увидели. А хороших фильмов было настолько много, что для них даже не хватило количества наград. То есть мы одну награду специально придумали, чтобы указать, да, а часть фильмов осталась без награды, потому что призовых мест на них не хватило. Вот. И исходя из всего этого, я хочу сказать вам, во-первых, имеет смысл ходить и смотреть документальное кино на фестивале Art Dog Fest в этом году. И, конечно же, друзья, если у вас есть свои личные деньги, то, да и на самом деле не лично, мало ли какие деньги у всех, имеет смысл потратить их на это благое дело. И если вам не жалко, поддержите фестиваль Art Dog Fest в этом году. И пользователи Планеты.ру наверняка в курсе, что я никогда на этом сайте ни о чем никого не просил, но в этом случае мне кажется, что это дело хорошее. И вообще в условиях, когда по телевизору у нас, ну, сами понимаете что, вообще имеет смысл поддерживать русское документальное кино, вообще для того, чтобы оно окончательно не загнулось и не погибло под Россией, которая наконец встает с колен. Поэтому, друзья, я еще раз вам всем желаю счастья. Хочу сказать, что все будет, если вы этого захотите. Друзья, будьте здоровы.